Уже близится к финалу кампания по досрочным выборам Верховной Рады. И если судить из официальных доступных источников, то после президентских выборов 25 мая количество избирателей в Украине, внимание, увеличилось на 1 миллион человек. А за счет чего же произошел такой рост? Возможно, начало увеличиваться количество населения в Украине. Но согласно данным Государственного комитета статистики, многолетняя тенденция сокращения этого показателя сохраняется. Так, за январь-август этого года нас стало меньше на 95 тысяч 700 человек. И на 1 сентября этого года в Украине насчитывалось 42 миллиона 977 тысяч 400 человек жителей. Следует иметь в виду еще как минимум три фактора. Ну, во-первых, это граждане Украины, которые выезжают в ЕС и в другие страны. Это те, кто получают там право на проживание. Во-вторых, это беженцы из зоны войны на Донбассе. Многие уехали в другие страны. И согласно официальным данным российской стороны, на их территории находится не менее полумиллиона украинских беженцев. В-третьих, во время военных действий на востоке Украины погибло много людей. Только одних участников АТО не менее 1000. А называется еще и цифра общая более 4000 человек. Что же мы видим из официальной информации о количестве избирателей в Украине? На сайте Центральной избирательной комиссии есть раздел «Досрочные выборы президента». Это те, которые проходили 25 мая этого года. И там указана следующая ориентировочная численность избирателей Украины. 35 миллионов 500 тысяч 913 человек. Это данные не на 25 мая, а на начало избирательной президентской кампании. На том же сайте имеется раздел реестра избирателей Украины. И вот по состоянию на 31 июля этого года там указано следующее количество. 36 миллионов 249 тысяч 948 человек. В августе стартовала кампания по досрочным выборам Верховной Рады. И в соответствующем разделе на сайте Центральной избирательной комиссии мы видим ориентировочную численность избирателей 36 миллионов 256 тысяч 483 человека. А вот теперь снова возвращаемся к разделу Госреестра избирателей. И по состоянию на 31 августа мы видим численность 36 миллионов 514 тысяч 491 человек. В этом же разделе, но по состоянию уже на 30 сентября, значится более высокая цифра. 36 миллионов 504 тысячи 624 человека. Итак, разница между последними данными и данными на начало президентской избирательной кампании составляет более 1 миллиона человек. При этом обратите внимание на раздел Госреестра. Там по-прежнему учитываются данные по Крыму и Севастополю, которые украинской властью уже не контролируются несколько месяцев. Интересная арифметика выходит. Но почему так получилось? Это ошибка системы учета? Или халатность? Или подготовка к выборам миллиона мертвых душ избирателей?